Пекин и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения. Накануне китайская делегация возобновила переговоры с американской стороной. Президент США Дональд Трамп рассчитывает в течение месяца объявить о достижении сделки с Китаем. В этом случае страны проведут встречу на высшем уровне. Подписание документа, по данным мировых СМИ, может состояться уже в июне.